BMW представила новый электроседан BMW i4. Марка BMW раскрыла технические параметры электрического седана i4, который был показан почти 3 месяца назад. Так, базовая версия нового BMW i4 с индексом eDrive 40 получила один электродвигатель на задней оси, который выдает 340 лошадиных сил и 430 ньютон-метров максимального крутящего момента. На разгон до первой сотни у такого электрокара уходит 5,7 секунды, а запас хода на одной зарядке достигает 590 км по циклу WLTP. Старшая версия BMW i4 с индексом i4 M50 предусматривает уже не один, а два электромотора, по одному на каждой оси. Общей мощностью 544 лошадиные силы и 795 ньютон-метров крутящего момента. Скорость в 100 км в час такой седан набирает за 3,9 секунды и может проехать на одном заряде порядка 510 км. Это на 80 км меньше, чем в начальной версии eDrive 40. Список стандартного оснащения электрической BMW i4, в числе прочего, включили камеру заднего вида, электропривод багажного отсека, светодиодную оптику, пневмоподвеску на задней оси в топовой модификации с адаптивными амортизаторами, спортивные кресла, M-руль, продвинутый климат-контроль и медиасистему iDrive новой генерации, объединяющую электронную панель приборов и дисплей мультимедиа на одной слегка изогнутой панели. Опционально для нового BMW i4 будут доступны примерно 40 электронных помощников, лазерные фары, колесные диски увеличенного диаметра до 20 дюймов, индивидуальные варианты отделки экстерьера и салона, аудиосистема Harman Kardon, панорамная крыша, а также специально разработанная система звучания силовых установок, саундтрек для которой создавал известный немецкий композитор Ханс Циммер. Стоимость нового BMW i4 пока названа только для рынка США. Там электрокар обойдется минимум 55 тысяч 400 долларов, что составляет 4 миллиона 50 тысяч рублей по актуальному курсу. Появится ли электрический седан BMW i4 на российском рынке, пока информации нет.